Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Джек Шепард, Упорт и Dragon Age. И чтобы вы знали, вот между прошлой серией и прошло месяца два, наверное. Поэтому, блин, будем вспоминать, что-то как тут, в общем-то. Я, видимо, за кадром помню, что убил вот этих ребят, которые здесь вставали. Чтобы мне показывать в конце, после предыдущей серии. Хорошо, амулет матери Алистер, это Алистеру можно будет отдать, если бы мы смогли сейчас его прислать. Итак, у нас супер-дупер выбор. Убить Изольду, или вообще, чё как, или пацана убить. Я бы хотел убить их обоих, потому что я злой, так что... Мой сын ждет вашего решения. Я решил. Решайте побыстрее. Никаких ритуалов, мы сразимся с демоном здесь. Умоляю, не надо. Он не виноват. Он только пытался помочь отцу, зачем же его убивать? Помочь отцу, этот маленький мальчик, одержим демоном, он чертов психопат. Изольда, не усугубляй страдания. Он уже все решил. В моих руках сила. Что решать должен он? Я мать Конора. Я Эрнеста. Дура. Это нужно сделать. Нет. Нет. Я не позволю. Так нельзя. Нельзя. Тогда я тебя прикончу, глупая женщина. Это нужно сделать. Опухоль следует вырезать. Так сделай же это поскорее. Мы должны спасти Эмона и возродить замок. Я постараюсь, чтобы Изольда это поняла. Окей, посади ее в клетку уже. А я отправлюсь дальше. Нам, по-моему, вот сюда. Я этим займусь. Кем, чем, кто? Так вот, мы на втором этаже. Ух, интригующе, правда? Все, вставать хоть будете, да, ребята? Вроде нет. Еще один подарок. Слушайте, мы сейчас подарков наберем. Ой, наберем подарков-то. Ну, конечно. Блин, надо было подождать, пока все все подбежит. Иначе тогда их все подбежит. Давай, ой. Бутылочка, пожалуйста. Спасибо. Так, а может быть собака мне поможет, не знаю, потому что... Не знаю, зачем ноги просить битву показывать. Ну вот, окей, битва. Супер интересная, не знаю. Так, собака, ты упоролась, что ли? Почему должна была бить? Получай, получай, давай, получай, дедушка. Пиу, пиу, пиу. А что все я, а что все я? А что все кто, а ты, а что кто, что? Ладно, ладно. Ладно. Пусть восстанавливается наше здоровье, а мы будем забегать внутрь, я так понимаю, да? И внутри никогошеньки нету. А что кто? Тихо. А что ты вас так много-то? Блин, надо было раньше дверь закрыть, наверное, да? А пока отваляется в кучу. Давай, гаси. Стэн, у тебя проблемы большие. Стэн. Хорошо. А, Морриган, ты по-любому, как всегда, упорка. Вряд ли кого-то уж сильно никогда так не бьёшь. Надо её покачать на массу. Динамия всё-таки там. Что, ледяные клинки или что? Нет, видимо, не были у нас ледяные клинки. Давай, Жёстик, давай. Мы возьмём, это мы возьмём. Желчь труп, правда. Сделай что-нибудь! Нет. Ну. Не буду ничего делать. Так, сохранимся, пожалуй. Ну, я думаю, сейчас мы еще пробежим пару... А, вот он, Коннорт. Ну, привет, засранец. Кто плохо себя вел? А что все я? Что все я? Книгу читаем. Че бы нет. Пусть стоит. Нет, не подходите к нему. Она рассердится. Она будет... Кто? Что? Кто? Ух ты! Это что за покемон? Отличный бой, супер просто. Стэн, выпьешь потом гепарочку, ладно? Морриган, на Морриган плевать. Заморозит засранку. Так, подлечи, например, не знаю, Стэн. Что все равно были психопаты и множество людей. Что они так убили. Уязвимости пусть на ней будут, снова подморозить можно. Так, тихо-тихо, Джонни. Я, конечно, понимаю, что ты такой псих, чёрт не понимаю. Всё, хорошо так. Мабари, сюда. Стэн, что же будет делать Стэн? Видите, Беллс, правильно. Ах, какой удар мимо прошёл. Давай, Стэнчик, вот так ему. Так, Морриган. Господи, женщина, чё ж ты по кругу поставила? Блин, мы прилечиться не успели все. Ой, дурак, что ж ты делаешь-то, я забыл. Ах, та-та-та-та-та. Стэн. Морриган, морозь, да ты жопу. Она сейчас Стэн убьет. Тут немножко. Хорошо, вот это хорошо получилось. Комбушка такая, да? Так, все, демон твой. Ой-ой-ой. Пустелку. Так, я зелье возьму маленькое. Стэн большой пусть пьет.
Хорош, мочи сюда. Нет, собачка сейчас там не пошла. Ну что, Клембань, что он делает? Я думаю, что... Типа там... Так, погодите, некоторые заключают здоровье, выносливость, здоровье, все мало останавливает она. Стена сейчас как раз пса и убьет. А Морриган стоит, Морриган норм. Морриган стоит, Морриган норм. Так, лечилку на пса, пожалуйста. Хорошо, ну если уж не меня, то хотя бы собаку вылечить. Все, мы убили. Да, это было очень просто. Нет! Кто тебя пустил сюда вообще? Не трогайте его! Умоляю, ржайтесь над ним! Он же только ребенок! Он не заслужил такой участи! Он держим демоном! Он чертов псих! Должен быть другой выход! Круг наверняка знает какое-нибудь заклинание или... Может привести его в Денилинский собор! Экзорцисты могли бы изгнать из него демона! А дорогу кто оплатит? Ты что ли? Помоги мне, создатель! Мочить его! Можно же как-то по-другому! Заклинаю всем святым! Не убивайте моего мальчика! Прочь с дороги, мы обязаны уничтожить демона! Нет, нельзя же так! Я знаю, что поставлено на кон! Только не говори мне, что его жизнь ничего не стоит! Представь, что это твой сын! Разве ты не свернул бы горы, чтобы его спасти? С этим пора кончать. Нет! Не надо! Я... Нана! Жесть. Что ты сделал? Я сделал то, что нужно. Он был только ребёнок. Он мне... Я так старалась его спасти. И что же мне теперь осталось? Ничего. Не знаю, долго ли проживет Амон теперь, когда демон больше не поддерживает в нем жизнь. Неужели я лишусь всей своей семьи? Довольно. Теперь я хочу оплакать своего сына. Оставь мне хотя бы это. Окей, быстро на голос поменяла, как всегда. Локализация лучше всяких похвал. Ничего больше говорить не буду. Мор наступает, если чё. И кто же это, интересно, лодки-то поджигает, если всю деревню вырезали? Окей, я не придираюсь больше. Пусть будет как будет. Вот и всё. Да, вот и всё. Конор мертв, и демон исчез вместе с ним. Теперь замок снова у нас в руках. Я уж был отчаялся вновь увидеть брата. Мой сын, твой племянник, погиб. Но тебя все время будет. Не забывай об этом никогда, Тиган. Как я могу, миледи? Если Эмон поправится, ему будет о чем скорбеть. Остается еще Йован. Все началось с того, что он отравил Эмона, и все-таки тот выжил. Я должен решить, что с ним сделать. Пускай его судьбу решит Эмон. Если он не поправится, участь Йована будет решена. Что скажешь? Его надо казнить. В этом я с вами всецело согласна. Казнить? Вы уверены? Конечно. Если стоит вопрос казнить кого-то или не казнить, я всегда за казнь. Более чем. Готов сделать это собственноручно. Ясно. Хорошо, если вы желаете исполнить приговор. Не могу вам в этом отказать. Как вы меня все слушаетесь? Меня он так радует. Он в подземелье там же, где и прежде. Время и способ казни оставляю на ваше усмотрение. Не думаю, что Эмон стал бы возражать. Это еще не конец. Что бы демон ни сделал с моим братом, он пощадил его жизнь, но... Эмон по-прежнему в летаргии. Мы так и не разбудили его. Урна! Урна священного праха спасет Эмона. Ты глаза-то ее хоть видела? Урна — это миф, ее нельзя отыскать. Такое возможно, но не обязательно. У нас есть причины верить в ее существование. Я не хватаюсь за соломинку. Мой муж давал деньги на исследование одному ученому из Денирима. Брату Дженити. Он изучал надписи на скале рождения Андраста. Когда Эмон заболел, я отправила к Дженитиве рыцарей, в надежде, что он наконец узнал, где спрятана урна священного праха. Но они не нашли Дженитиве. Отчаявшись, я выслала других рыцарей, чтобы те нашли ученого или узнали, где... Самой Цхейклейн было, что ли? Я выслала рыцарей, потом я выслала других рыцарей, а потом я выслала третьих рыцарей, но они все мертвы. Их жены с детьми остались одинокими дома. А что вы тем временем будете делать? Мне нужно собрать рыцарей Эмона. Когда они вернутся из похода, набрать новых солдат и подготовить армию к войне. Когда Эмон начнется и будет в состоянии возглавить армию, я сложу с себя все полномочия относительно Рэдклиффа. А что мне еще остается? Мог бы урну искать. Мне предстоит сражаться с порождениями тьмы. Эмона любят и уважают. Он сможет сплотить весь Ферлден. Если вы собираетесь биться с порождениями тьмы, вам без него точно не обойтись. Ох, понятно. Что я получу за поиски урны? Мне нечего вам дать. Не считая той армии, что соберет брат, если у нас все получится. Но для этого нужна урна. Если хотите большего, опять же, надо поговорить с самим Эмоном. Нет, ты мне сейчас дай какие-то, не знаю, там... Потому что все-таки я убил его ребенка, и вряд ли он мне что-то даст, какие-то бонусы там.
Если не вы, то никто. Я сам при всем желании не смог бы оставить Рэдклифф без... Понятно. Быть может, тебе стоит осмотреть дом брата в... Я должен отправиться в парадный зал и начать восстановление замка. Удачи тебе, и да пребудет с тобой Создатель. Зашибись. Морриган одобряет, Стэн одобряет, все шикарно. Замок возрожден. Но я навеки лишилась сына. Ты простишь меня, если я не стану прыгать от радости? Ты не забыла, что во всем этом есть и твоя вина? Нет, и не забуду этого никогда. Принца. Эй, проснись! Эй, шш. Хватит дрыхнуть, тут мор. Господи, Иисус. Ух, кольчуга зверидюма. Чтобы навести порядок в замке, понадобятся годы. Это, наверное, Алистер бы подошла. Так, ну что ж, давайте сейчас быстро сбегаем и казним того приятеля. Итак, самое-самое интересное. Я до этого всегда оставлял Йована в живых, а теперь у меня шанс его убить. Мне сказали, что это конец, что ты должен меня убить, это так? Да, это правда. Могу я напоследок попросить тебя кое о чем? Слушаю. Одна девушка, Лили, она была послушницей церкви. Не знаю, что с ней случилось после того, как я покинул круг. Вряд ли ты когда-нибудь встретишь ее. Но если волей Создателя ваши пути пересекутся, скажи ей, мне жаль, что так вышло. И еще скажи, что я любил ее до последнего вздоха. За твои проступки приговариваю тебя к смерти. Пусть будет так. Я такой маленький. Это интересная жертва на нашем счету. Стэн одобряет зато. Клево, а Морриган-то что не понравилось? Она же с ней вообще шикарно, деточка. Я жду твоей команды. Должно быть в диких землях одиноко? Возможно. Временами. Мир полный зданий и предметов, и людей был чужд мне. Если я нуждалась в компании, то бегала с волками и с птицами летала. А если я поговорить хотела, то к деревьям обращалась. Но в конце концов ты ушла? Простые радости недолго забавляют. Помню, как впервые покинула я земли дикие в обличье зверя. В тени я пряталась и наблюдала за горожанами. И странными они казались мне. Я у кареты даму знатную заметила в одеждах блистательных, подобие которым я не встречала раньше. Она явилась воплощением богатства и красоты, и я была ослеплена. Так. Я проскользнула за ее спиной в карету и зеркало нашла там в оправе золотой. Она сияла, украшенная яркими каменьями. Его к груди прижав, в восторге понеслась домой я, земли дикие. И что тогда случилось? Флеймит разгневалась. Я была ребенком, не вошедшим в силу, и рисковала разоблачением ради прелестной безделушки. И Флеймит мне дала урок. Зеркало отняв, она швырнула его на землю. И сердце мое разбилось вслед за ним. Несомненно, Флеймит была права. Любовь и красота уходят. В них смысла нет. Во власти же он есть. Эти уроки были трудны, но ведь без них меня сегодня не было бы здесь. Ну да. Они сделали тебя сильнее, правда? Да. Это так. И если вернуться к изначальному вопросу, наверное, в диких землях мне было одиноко. Но таков был порядок вещей. Иногда я задаюсь вопросом, что вышло бы из девочки, которая владела бы тем прекрасным золотым зеркалом? Но грезам этим нет места в реальной жизни. Ох ты, плюс 4 сразу. Ладно, клёво. Ну, мы, наверное, не знаю даже, куда дальше пойдем. Увидим, в общем. Так, в этом замке-то я нашел амулет матери Алистера. Я думаю, если ему его подарить, то что-то произойдет. Это амулет моей матери. Наверняка. Но почему он не сломан? Откуда он у тебя? Я нашел его в замке Рэдклифф в кабинете. О, в кабинете Эрла? Когда Эрл Эмон сказал, что меня отсылают к церковникам, я взял амулет матери, единственное, что от нее осталось, и разбил его о стену. Так я был зол. Да, но тут написано, очевидно, что он нашел взять. И починил его. Почему же он это сделал? Пожалуй, ты для него знаешь больше, чем тебе кажется. Да, пожалуй, что так. Мы никогда особо не разговаривали. А я еще так ушел. Спасибо. Я очень признателен. Я думал, что потерял его по собственной глупости. Надо будет мне с ним об этом поговорить. Если он излечится от... Когда он излечится? Жаль, что мне не пришло это желание еще тогда, давно. В любом случае, надо идти. И спасибо еще раз. Да не за что, братиш. Итак, у нас выбор. Куда же все-таки пойти-то? Ах, так, хижина Флеймит. Не знаю, что мне делать. Давайте сходим, раз можно. Ну, хотя там, по идее, вот где-то мор должен пройти, и вообще там все плохо. Да, города, я смотрю, уже нет. В общем, там внутренку уничтожили. Что происходит? Донери. Сир, я принес новости. Банны требуют, чтобы вы отказались от регентства. Я слышал, они собирают войска, как и твои союзники. Похоже, гражданская война неизбежна, несмотря на нашествие порождений тьмы. Жаль. Ну, у меня жаль, есть еще одна новость. Похоже, в битве при Астагаре погибли не все серые стражи. Не знаю как, но они будут действовать против вас. Я нашел способ уладить это дело, с вашего позволения. Антиванские вороны приветствуют вас. Что ты за дебил?
убийца? Для борьбы с серыми стражами нам понадобятся лучшие серы. И самые дорогие. Просто сделай это! Сказал, как отрезал. Ну, давайте. Ох, еще одного придурка придется зарезать. Печально. Ведь мор идет так-то. Я как бы жить хочу. Это же все-таки эльф. Эльф хочу жить. Придет серенький волчок и откусит пол лица. Что ты ловишь? Ой, по-моему, у меня проблемы. Ой, наверное. В общем, вот мы сюда пришли, и тут ничего нет. Поэтому надо отправиться в окраину леса Брессилия. Сбегаем к эльфам. Поболтаем. Да, кто ж на нас напал-то, ну? Волки, что ли? Нет, не волки. Хвала создателю! Помогите! Они напали на нас! Умоляю, помогите! За мной! Ты я женщина? Ты видишь, где женщина? Господи, женщина. Почему я не могу поменять Алистера или Лиану в данный момент? А что все я? Что все я? Кто на кого напал? Что за подстава-то, ну? Я же вижу, ну. Говнюки, блин. Опаньки, наемный убийца. Здесь умирает серый страж! Боюсь. Погоди. Морига нету, нифига. Погоди. Как скажешь, что... Тихо-тихо, ребятки. Я только что пил, ну, что я могу сказать, все плохо. До сих пор помню свой термин. Я лучше ее буду бить. Стэн, ты все на этих новичуках, что ли? Давай. Так, хорошо, я пойду валить. Блин, я помню, что там ловушки есть. А что все, я? Что все, я? Да, у нас с Ильяной большие проблемы. Угу. Я этим займусь, впереди. Молодец, что я познала ее, только не бегите потом. Зови меня, потрошитель. Я буду звать тебя говнюком-то. Пожалуйста, Ильяна, убери ее. Ильяна, супер молодец. Давай, скорей, ну. Если ты убрал, так, Ильяну сваливаем. Подальше просто отходим. Лучше с этим не тянуть. А вот и ваши проблемы. Ильяна, что ж ты... А, все правильно делает, блин, это я, слоупок. Так, пойду помогать тебе быстрее. Что, у тебя зелье есть? Нет, у тебя зелье. Дурак, черт. Давай быстрее, ну! Лучше с этим не тянуть! Не, давай тыркаться, да, придурок? Ну, вот, собственно, здесь, наверное, все закончится, да? Ильяна? Нет? Да чего же, я этого не люблю! Мне нужно лечение! Давай, на себе двое один, и все, последний остался. Нет, последний, да, последняя одна. Однако, это глупая женщина. Похоже на тебя, как две капли воды, Ильяна. Кто из вас? Ильяна? Это уже слишком. Шикарно. Блин, мы еле сдержали. Не могу устоять. Эльф убийца ранен, сознание все жив. Если хочешь, можешь сдать его, а потом поговорить с ним. Привести его в чувство и начать разговор. Что? Я... Ох. О, ты сдох почти. Я думал, что открою глаза, а я труп. Или что, вовсе не открою, раз уж такое дело. Но смотрю, ты меня пока не убил. У нас у всех, кстати, боты одинаковые. Молчать будешь отвечать, когда я скажу. А, значит, у тебя есть ко мне вопросы, верно? Хотя я не против побоев от хорошенького грубиянчика, но мог бы сберечь тебе немного времени и перейти прямо к делу. Мое имя Зевран, для друзей Зев. Принадлежу к антиванским воронам. Здесь с одним заданием — убивать всех уцелевших серых стражей. Это задание я, к несчастью, провалил. Я этому очень рад. Я тоже радовался бы, окажись я на твоем месте. Однако для меня это весьма неприятный прецедент, верно? Попасть в плен к объекту... Стэн, такой он тебя раздачит ногой. Для серьезного убийцы. Птичка скачет, птички норм. Ах. Ну, понятно, кто... Один неразговорчивый тип в столице. Если не ошибаюсь, Лагейн, да? Ага, точно. Когда ты должен встретиться с ним? Я не должен. Если бы дело выгорело, мне следовало вернуться домой. А вороны уже сообщили бы вашему Лагейну о результатах. Если бы он первым не узнал. Если дело не выгорело, значит, я умер. Или умру, как только вороны до меня доберутся. Так что с Лагейном встречаться незачем. Блин, можно было бы, знаете, как сделать шикарно? А, чтобы он сейчас прям своим передал, что типа меня убили, я был бы такой весь... Встался, меня никто не знал. Что ты скажешь? Я вечный оптимист. Как будто бы я мертв. В
Впрочем, шансов выполнить работу у меня маловато. Не находишь? Ха-ха. Нет, я вовсе не жду, что ты посмеешься вместе со мной. Или посмеешься? Это все, что я хотел знать. Тогда, если ты не намерен перерезать мне глотку или сделать еще что-то в этом роде, может, выслушаешь предложение? Говори, но знай, внимательно слежу за тобой. Ладно, слушай. Я не смог убить тебя и расплачусь своей жизнью. Не ты меня убьешь, так вороны. Так уж у нас заведено. Жить мне нравится. А на тебя и вороны не рискнут нападать лишний раз. Может, возьмешь меня служить тебе? Ты, наверное, считаешь меня совсем глупым, да? Я думаю, что ты очень ловко убиваешь. А на глупость твою только надеюсь. Это шутка. Позволь сказать по-другому. Я надеюсь, что ты из тех, которые не против серьезного риска, если случай выпадет. Угадал? Очень смешно, но нет. Ну что ж, коротко и ясно. Пока. Чему быть, тому не миновать. Но я все же попрошу тебя не есть мои останки. Ну, или еще что варварское. Мне такое в кошмаре приснилось. Надоел мне твой болтовня, заткнись. Понятно, что убивать Лагайна он не пойдет. Отсюда. Лучше с этим не тянуть. А у нас на печилок. Ла-ла-ла-ла-ла. Так, ну читаем, если кто хочет на паузу. Друзья, рыжичи. Кстати, ребята, все те, кто просит, чтобы я убрал ускорение, это прохождение было нормальным. Не знаю, может быть, когда-нибудь я... Дебилы, вот вы дебилы. Ну, не вы, вот они вот. Ты придурок. Вот, может, когда-нибудь я и пройду Dragon Age по-нормальному, как я обычно всегда проходил, но не сейчас. Сейчас я хочу пройти вот так, и если вам просто не нравится, ну, зачем смотреть видео? Зачем писать, что вы хотите, чтобы все было без ускорения? Нет, и нет, это уже, блин, какая? Седьмая, наверное, или восьмая, что же серия. Поэтому, как бы, смысл в этом. Стой, чужак! Может, ты и нашего племени, но ты не из далийцев. Что привело тебя сюда? У меня важное дело к вашему вождю. И что это за дело? Я расскажу о нем только хранителю, больше никому. Поскольку ты не просто бродяга, пусть хранитель сам решает, насколько важно твое дело. Пока будешь в лагере, советую держать руки при себе и помнить, что наши стрелы нацелены на тебя. Следуй за мной. Ой, боюсь, боюсь. Ты бы знала, что у меня на тебя нацелено, но он доспехом прикрыт. Я вижу, у нас гости. Привет, Роджер. Из американского. Кто эти чужеземцы? Мое терпение не безгранично, а дел на сегодня более чем достаточно. Знаю, но вот этот говорит, что у него важное дело к клану. Понятно. Скажи, чужеземец, какое у тебя может быть к нам дело? Ты же видишь, у нас и собственных хлопот хватает. Короче, я супер-мега-эльф. И, эльф, сначала ты услышишь мои слова до конца. Так вот, какое у тебя дело. Угрожать нам. Отвечай на вопрос, иначе быстро поймешь, как жалки твои угрозы. Я представляю серых стражей. С этого и надо было начинать. Масерана Смитра, можешь вернуться на свой пост. Манувинин, хранитель. Теперь позволь представиться. Я Затриан, хранитель и вождь этого клана, сберегающий знания наших предков. А ты кто? Зови меня Джонни. Если ты хочешь известить нас о приближении Мура, в этом нет нужды. Я уже учуял разложение, которое он несет миру. Не застрянь здесь. Это не то разложение, ты учуял. Я уже давно это... отвел бы свой клан на север. Мы не можем тронуться с места. Да, видно, что вам сейчас туго приходится. Сами-то справитесь? Значит, далийцы при виде опасности первым делом от нее удирают. Забавно. Я так понимаю, ты ссылаешься на договор, который мы подписали много веков назад. Увы, я пока не знаю, сумеем ли мы сдержать свои обещания. Сейчас случайно рака нет, какой-то лысый, блин. Мне придется кое-что объяснить. Ступай за мной. Наш клан пришел в лес Брасилиан месяц назад. Мы всегда здесь встаем лагерем, когда путь приводит нас в эту часть Ферелдена. Этот лес опасен, и мы постоянно на стороже. Но кто мог подумать, что оборотни устроят нам засаду? Они затаились и ждали нас. И хотя мы отбились от этих тварей, многие наши воины сейчас лежат при смерти. Целительские умения не помогают. Мы будем вынуждены прикончить наших братьев, чтобы они не превратились в оборотней. Знаю, Мор надо остановить. Но сейчас мы не можем выполнить свои обязательства. Мне искренне жаль, что это так. Ах, так... Ну, наверняка же вы сможете дать нам отряд воинов. Да, но вам это мало поможет. А нас оставят беззащитными. Почему оборотни напали на вас? Они кровожадны, безжалостны. И нападают они безо всякой причины. Короче, это долго. Однако, да ускорят твой путь, творцы. Аминь. Итак, в общем, он попросил нас найти, в общем, бешеного клыка какого-то. Если мы его убьем, и он с помощью сердца вот этого главного оборотня сможет снять проклятие со всех этих чуваков. Но так, вообще, я, насколько помню, можно... Перед ними что, те... Или сами расступаются, или что? Да? Любовное письмо, ну-ка. Ты грязное животное, мне еще не доводилось терпеть подобной порочности. Ему непостижимо, как слова приобретают грязный смысл срывать с твоих губ. Мадам, я люблю вас, сэр Аугольд. Окей. Так, стоп, я должен быть...
Ну, я здесь быстренько посмотрюсь. И мой пес тут отъел. Шикарно. Итак, во-первых, мы с вами с торговцем торгуем. Видишь, как покорежилось дерево? Ты что, оставил его под дождем? Убей его. Нет, мастер Воротор, но я... Наверное, я слишком сильно нагрел его. Ты отстой. Ты же не Даргенлин, и это тебе не руда. Это живое дерево. Для работы с ним нужны не сильный жар, а терпение и умелые руки. Мне стыдно, мастер Вараторн. И должно быть стыдно. Если так пойдет и дальше, мы навеки утратим это искусство. Ну да ладно, прошу прощения, отвлекся. Может, тебе что-то нужно? Такс. Мне сказали, что ты можешь дать мне кое-какое снаряжение. Да, хранитель говорил, что ты можешь обратиться с такой просьбой. Я взял на себя смелость подобрать снаряжение, которым пользуются наши охотники. Вижу, ты уже обнаружил сундук, в который я все сложил. Можешь посмотреть вещи и забрать себе все, что захочешь, если ты это еще. Я уже там что-то потырил. Найдется у тебя еще какое-нибудь снаряжение. Лишнего у меня не осталось, но есть товары, которые клан подготовил для обмена в шемлинских деревнях. Так давай его обмен устроим. Господи, ты что ж ты так тормозишь-то? Такс, мне нужны эльфийские корни. Все. Еще больше даже. Еще больше. Еще больше. Закупимся до пупения. Аптечки. Припарки. Большие супер-мега припарки. Самое главное, это вы бутыльки найти, но их, походу, не будет. Да, бутыльков, походу, не будет. Еще эльфийских корней. Так, хорошо. Морриган. Срочно. Ты пока что только мало знаешь, да? Ну как большие выучить? Короче, пусть хоть на 31 штука пока будет. Уже хорошо, да? Ну что, какое-то задание? Чего ты хочешь? Положить. Я главный ремесленник. Моя обязанность... Я вкратце потом объясню, что он... Хранитель запрещает нам ходить в лес. В общем, он попросил, чтобы я ему железную кору летку принес. Окей. Будет время притащить. Ты кто такой? Господи, что ты с лицом? Что ты мямлишь, говори. Ну, если мы... Ты что, полоумный? В чем дело? Я... Прости, я не хотел никак тебя оскорбить. Прости, я не привык иметь дело с чужими. Хотя у нас порой бывает народ вроде тебя, то есть эльфы из города. Вроде меня? Я Камен, ученик охотника. Хотя, как бы мне стать настоящим охотником? Так не мечтай об этом, просто стань охотником. Я... Впрочем, не важно. Иди, дай мне побыть одному. Я же сказал, оставь меня в покое. Расскажи, что это за беда? Я... Не стану я говорить об этом чужаком. Ты не поймешь. Рассказывай, пока голову не оторвал. Пока что? Хорошо. Какая, в общем, разница? Слишком долго я пробыл в учениках. А чтобы стать охотником, надо принести шкуру зверя, которого я добыл в одиночку. Кабана или волка, или... Или еще кого. У тебя лук и стрелы. В чем проблема? Я хотел пойти охотиться в лес, но нам запретили из-за нападений. Хотя, по правде, все дело в гении. Что еще за гений? Я люблю ее всем сердцем. Я просил ее руки, но она жестоко отвергает меня. Говорит, что не свяжет свою жизнь с учеником и называет меня малышом. Я не малыш. Будь я охотник. Я бы это доказал, но мне нельзя охотиться. И я навсегда потеряю Гейну. Я просто ничего не могу поделать. Зря я разболтался. Оставьте меня наедине с моим горем. Думаешь, я над этим голову не ломал? Нет, тут ничего не поделаешь. Ты взял бы, ты все равно пошел в лес. Но хранитель сказал... Нет, не могу. Что, если я столкнусь с оборотнем? Ссать, конечно. В одиночку я с ним не справлюсь. Ух ты, отстойник. Так, может, я поговорю о тебе с Гейной? Поговорить-то ты можешь. Но толку-то что? Положение от этого не изменится. Я ее запугаю. Привяжу в подвале где-нибудь, и она будет с тобой по-любому. Я могу говорить очень убедительно. Правда? Я готов испробовать что угодно. Окей. Серанас. Ох, мы Серанас. Сейчас я поговорю с ней, ага. Страшно-то какая, ужас. Что он, что ты? Андаран Антишан, чужеземец. Евгений, я не ошибаюсь, мне тебе говорил Камен. Ты говорил с ним? Что он сказал? Он сказал, что ты жестокая, что он тебя ненавидит. А он скажет, что если пойдет, он скажет, что я в постель, да. Не может быть! Камен никогда такого не скажет! Да чего такого-то не скажет? Это он тебе такого не скажет. Уверяю тебя, он так еще и сказал, и, судя по всему, еще до конца года он собирается сделать. Говорить о таких вещах с чужаком? Ты вот селенок безусый! Уж я ему покажу! Надери ему задницу, давай-давай. Камен, как ты посмел? Что? Гейна, ну... Даже и не пробуй оправдываться! Я заранее знаю все, что ты можешь сказать! Или ты и вправду считал меня такой простушкой! Умоляю тебя, Гейна, дай мне объяснить. Нет, Камен, я никогда не буду твоей. Никогда. Даже не заговаривай со мной. Гейна. Прости, пацан, я просто злой. Вы разрушили любовь Камена и Гейна, теперь они никогда не будут вместе. Пара-па-па-па. Она... Ее нет. Я навеки потерял ее. Теперь иди убей оборотня. Вот, возьми. Я хотел это подарить ей на помолвку, а теперь даже видеть не хочу. Что там? Подарок, он еще подарок. Прошу. Что за предмет?
Погоди ты со своей. Чем подарил ты мне? Ботинки, что ли, меч, что, лук? Что? А, серебряная брошь, наверное. Или сага. А, понятно, да, вот эта штука все-таки. Блин, я такой злой. Лучше с этим не тянуть! Пожалуйста, не трогай сундук. Если ты нуждаешься в снаряжении, мастер Вараторн наверняка тебе поможет. Такая, затем позволь мне забрать все, что там лежит. Только не лги мне, это недостойно. Пошла нафиг, это мой сундук. А что все я? Что все я? Ты предал доверие моего клана и, судя по всему, обворовал нас. Знай, Затриан сейчас же все узнает. Да мне плевать. Хотя что я удивляюсь? Прав был Затриан. Я слишком доверяю чужакам. И... Я что-нибудь все-таки взял или чё, как, чё? Ну, песен какой-то. Окей. Ради песенника так... Вообще. Ты кто такой? Приветствую тебя, чужеземка. Всегда приятно встретить эльфа, пускай ты и не из наших кланов. Надеюсь, мои сородичи были с тобой не слишком суровы. Они несколько недоверчивы. Блин, неприятно у меня дела. Мы вовсе не хотели оскорбить серого стража. Я так понимаю, ты будешь искать волков в лесу Брессилиан. Я пошел бы с тобой, но Затриан мне... Конечно, ты... Короче, пока не хочу больше тебе говорить. Так, вроде бы нам в эту сторону, чтобы, собственно, идти уже в лес, так наконец, господи-то. Да, в лес, путешествие. А, блин, в лес, в обратную сторону. Гениально. Куда я поперся? Итак, мы в лесу. Тогда исследовать его? Я этим займусь! Ну, конечно, ты этим займешься. Так, тут уже какой-то спуск вниз. Глупая тварь! Удирать надо, а не нападать! Ой, волки ненавидят волков. Оборотень! 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 Больше оборотней! Много оборотней! Владик, господи! Мы вообще бедасы. Еее. Малахит. В каком месте у них был малахит? Ладно. Еще оборотни. Все пытали полную голову. Не трогай собаку мою, эй. Я хорош. Чтоб ты знал. Так ладно, в принципе, корней и так набрал уж крыш, поэтому не думаю, что буду сейчас бегать их собирать. Так-то если чё. О, только я сохранился, меня сохранили. Дозорные сказали правду, братья и сестры. Ты говорящий? Мамин ёжик. Еще один из долийцев пришел, чтобы поставить нас на место и отплатить за нападение. Я не из долийцев, чё, не видишь, что ли? Что ты, что ты? Для нас нет разницы, что ты за эльф. Нам любой сгодится, особенно мертвый. Ты говоришь с бегуном. Я вожак моих проклятых братьев и сестер. А сейчас возвращайся к долийцам и скажи им, что не справился. Передай долийцам, что мы будем рады поглядеть на их мучения. Мы слишком долго страдали от этого проклятия. А вы клёвый. Пусть теперь помучаются они. Пусть заплатят. Я предпочел поговорить с тобой, я не желаю вам зла. Разве не Затриан послал тебя? Чего он хочет, так это уничтожить нас. А поговорить никогда не пытался. Я хочу больше узнать о волке по имени Бешеный Клык. Бешеный Клык был первым. Он самый старый. Лес его дом. И ты никогда не увидишь его, если повезет. Передай ему, что долиться нужно его сердце. Это мы у них сердца вырвали. Их угрозы пусты, и твои тоже. Я все сказал. Ты голый, кстати. Беги из леса, пока можешь. Беги к долийцам и скажи им, что они обречены. Нет. Не хочу драться, но и отступить не могу. Я тоже не хочу с тобой драться, но мы не можем доверять тебе. Уходим, братья и сестры. У леса есть глаза. Окей. Упорно вы как-то уходите. И сразу нападают. Ну что ты будешь делать? Так, Морриган. Вот этого. Сразу, оба. Все, молодец. Теперь вот этого бьешь. Так. Ну, оружие нам. Молодец. Ты лечишь. Ты пилишь. Заморозку. Хорошо. Блин, что она убила? Морриган на уровень, шикарно. Давай. И тут игра благополучно вылетела. Но в принципе обстрел мы там уже на 50 минут чем-то наиграли. Плюс ускорение это все будет 30 с чем-то минут. Как раз под наш выпуск, так что увидимся в своей следующей серии. Будем мыслить этот дебильный лес. С вами был Джек Шепард, Упорты Dragon Age. Счастливо, подписывайтесь, комментируйте, ставьте пальцы вверх. Проходите по ссылке в описании канала, этим вы мне очень помогаете. А если вы там купите игру, то будет вообще просто великолепно. Так что на этом все, пока. Mama,
Haven't you heard? We sold that all over the world. Look, I'm as high as the sun. Shut your mouth, boy, when we